Самый безопасный биткоин-кошелек в мире для неспециалистов, разъясняет особенности этого гаджета разработчики. Ударопрочная карта устойчива к воде и температурам до 900 градусов Цельсия, а также не содержит электронных компонентов, которые можно взломать. Каждый гаджет умеет уникальный адрес, который защищен от посторонних глаз металлической полосой. Ключи генерируются специальным криптографическим механизмом на аппаратуре, не подключенной к интернету. Размер гаджета, как у обычной кредитки, для солидности производитель дает 100-летнюю гарантию. Цена – около 64 долларов. Почему бы не совместить ключницу и мультитул? Получившийся гаджет поможет организовать хранение от 2 до 10 ключей, а заодно порадует более чем 10 функциями, среди которых открывалка, отвертка и линейка. Также в корпус встроен светодиодный фонарик. Конструкция оптимизирована под различные ключи, в том числе от авто. На выбор предлагаются модели из титана и алюминия. Первая стоит 54 доллара. За дополнительную плату доступна флешка на 32 гигабайта в виде ключа. Длина гаджета – 80 мм. Открывать его и искать нужный ключ удобно даже одной рукой. Больше никаких порванных ключами брюк, обещают разработчики. Самая компактная портативная колонка, которую вы сможете носить с собой, уверены создатели. Она поместится не только в рюкзак или сумочку, но и в карман, позволяя наслаждаться хорошим звуком даже в дороге. Толщина колонки – 9 мм, батареи хватит на 4 часа работы. Гаджет удобно крепить к задней панели смартфона, причем любого. Если устройство не поддерживает опцию примагничивания MagSafe, достаточно купить небольшую площадку для фиксации, которую легко найти в продаже. Стоимость стартует от 70 долларов. Для запуска производства первых партий разработчикам нужно около 5000 долларов, которые собирают через Kickstarter. Многие люди часто пытаются чем-нибудь занять руки. Это помогает сохранить сосредоточенность и сконцентрироваться в случае долгого совещания, телефонного разговора или рабочей задачи. Именно для этой цели и придумали вот такой фиджет. По словам разработчиков, он заодно снизит уровень беспокойства. Вес игрушки – 55 граммов, толщина – 12 миллиметров. За 30 долларов покупателям предлагается уйма вариантов применения. Например, гаджет можно свайпать, сжимать и вращать, также предусмотрено колесико. А корпус приятен на ощупь и достаточно прочен, им можно спокойно стучать по столу. Цена вопроса – от 30 долларов. Каждый раз после стрижки ногтей вокруг остаются обрезки, а ногти приходится еще и подравнивать пилочкой? Забыть об этих ужасах перфекционистам поможет вот такой гаджет. Конструкция устройства максимально практична и продумана. Доступна одна кнопка и два режима работы. Специальное лезвие сочетает плюсы маникюрных ножниц и пилочки, расположено таким образом, чтобы минимизировать риск порезов. А на уход за ногтями на обеих руках в среднем уходит не более 2 минут. Одного заряда хватит примерно на 30 применений. В комплекте идет зарядный кабель Type-C, вес гаджета – 170 граммов. Благодаря нейтральному цвету и дизайну он будет уместен и на офисном столе. Просят за него 55 долларов. Конкурент антистресс-игрушки, которую вы видели чуть раньше, и дальнейшая эволюция спиннеров в одном флаконе прямо перед вами. Ключевая фишка – сменные панели, которые позволяют тюнинговать гаджет под настроение. Инструмент для сборки и разборки не потребует особых навыков. При этом один из элементов гаджета можно использовать в качестве открывалки для бутылок. Толщина игрушки – 13 мм, длина – 55 мм. На выбор предлагаются варианты из стали и титана. Первый стоит от 25 долларов, второй – от 35. Мы поставили перед собой задачу разработать многофункциональный инструмент, делающий вашу жизнь более удобной, рассказывают разработчики. Результат их труда – капсула из нескольких блоков, в каждом из которых спрятан инструмент. Благодаря гаджету можно вскрывать различные виды упаковки, работать с винтами, открывать банки с краской, безопасно нажимать кнопки в лифте и выполнять множество других задач.
Длина капсулы 55 мм. Вес зависит от материала: 31 грамм у стальной и 17 грамм у титановой. Носить капсулу можно как брелок. Разработчики хотят за него примерно $40. «Мы считаем, что сделали лучший фонарик-брелок», — заявляют создатели данного гаджета. Он действительно впечатляет, как минимум световым потоком в 100 люмен и длиной в 4 сантиметра. Однако главное новшество — система Pop-to-Light. Чтобы фонарик загорелся, достаточно снять его с магнитного крепления. За счет этого фонарик получил еще один плюс — он надежно фиксируется на металлических поверхностях. Найти фонарик в темноте также стало проще. В одной из версий колпачок содержит светящуюся жидкость. Ее ресурс — около 6 лет непрерывного свечения. Заряжается она от любых ярких источников света. А для питания диодов потребуются батарейки типа LR41 или RG3. Цена стартует от $33. Сейчас перед вами инструмент, который полностью оправдывает выражение «все гениальное просто». Да, это еще один мультитул, но команде стоит выделить дополнительный балл за креатив. Разработка сочетает привычные плюсы – компактность, практичность и легкость. Размеры мультитула 27 на 10 мм, он поместится даже на связке ключей. Из функционала предлагается открывалка и отвертка, которая также поможет вскрывать коробки. И, конечно же, можно безопасно нажимать кнопки в лифтах. Цифра на ценнике – $9. XXI век. Ожидания. Световые мечи. Реальность. Ножи-зажигалки. Зато недорого. За $16 аксессуар претендует на статус необычного и практичного подарка охотникам и рыбакам. Модель подойдет для зажигалок популярной марки Bic и, как пишет продавец, позволит быть полностью готовым к любой ситуации, которая встретится вам на пути. Закрепить ее можно на поясе. Длина лезвия 5 см. Материал – сталь 440. Тип замка – Liner Lock. Возможна поставка в нескольких цветовых вариантах, так что при желании легко собрать небольшую коллекцию. Переходим к карманному ножу, конструкция которого была вдохновлена очертаниями стратегического бомбардировщика Northrop B-2 Spirit. Также нож выделяется интересным лезвием, он позволяет резать, пилить, может подрабатывать как долото и отвертка. Диапазон твердости лезвия 58-60 HRC. Используется сталь высшего сорта, применяемая в аэрокосмической области. Размер ножа в сложенном виде 48 на 20 мм, толщина корпуса 5 мм, а вес менее 28 граммов. Нож легко спрятать в маленьком кармашке джинсов, он будет уместен в качестве брелка для ключей и займет минимум места в рюкзаке туриста, рыбака или охотника. Ценник – $25. Еще один формат мультитула. На этот раз инструменты спрятаны в карабине. Интересно, что производитель честно признается, модель не предназначена для скалолазания. Зато в ней спрятана привычная россыпь инструментов – от отвертки до открывалки. Также предусмотрена и миниатюрная секретная ниша. А в случае необходимости карабин пригодится для самообороны в качестве кастета. Карабин производится в нескольких вариантах. Вес самого легкого – 68 граммов. Ценовой диапазон – от 40 до $109. При желании можно докупить чехол. По мнению производителя, набор инструментов оптимален для самой широкой аудитории – от байкеров до любителей кемпинга. А вы купили бы такой? А вот такой инструмент предлагает компания Gerber. Благодаря ему ускоряется и упрощается работа вроде вскрытия посылок и обрезки проводов. В открытом положении лезвие фиксируется замком Frame Lock, благодаря чему не гуляет во время работы. Конструкция зажима разработана специально для быстрого снятия инструмента одной рукой. Длина лезвия – 1,7 см. Общая длина инструмента – около 6 см. Весит он 45 граммов, а благодаря нейтральному дизайну будет уместен даже на замке куртки. Стоимость – $20. Кошелек нового поколения предлагает оценить одна из компаний США. Забавно, что даже здесь не обошлось без открывалки для бутылок, так что в какой-то мере это еще и мультитул.
Вместимость кошелька – до 13 банковских карт и до 10 сложенных купюр. Доступны несколько вариантов цвета и гравировки, а общий дизайн, по словам производителя, самый изысканный в линейке его кошельков. В кошелек встроена RFID-защита, так что у злоумышленников не выйдет дистанционно считать данные. Материал пластины – сталь, латунь или титан. Кожаный элемент можно заменять по мере износа. Вес модели 114 граммов, длина 10 сантиметров. Выложить из старого кошелька придется от 140 долларов. Продолжаем парад технологий. На очереди GPS-трекер, удивляющий временем автономной работы. Одной зарядки хватит на год. Также модель выделяется малым весом – 21 грамм, благодаря чему подходит и для ошейников домашних животных. Трекер радует поддержкой LTE-M, NB-IoT и Bluetooth. По мнению издания Forbes, помешать отслеживанию могут только похороны устройства в коробке полной фольги. А для упрощения поисков разработано специальное приложение, доступное на Android и iOS. Стоит продукт 108 долларов. Дополнительно производитель предлагает умный замок и умную карту, которые также послужат маячком для поиска. Замок стоит 50 долларов, карта – 25. Еще один универсальный инструмент, легко умещающийся на ладони, но сочетающий множество возможностей. Например, он вполне применим в качестве отвертки и открывалки, поможет вскрыть посылки и банки с краской. А в дополнение его вполне можно использовать в качестве средства самообороны. А эта необычная флешка придется по душе многим строителям. Ее форма – миниатюрная копия пресс-клещей Rotenberger Romax Compact TT, которая стоит солидные 1600 долларов. Флешка пригодится для хранения данных о текущих строительных работах, а благодаря достаточно большим размерам не потеряется в бардачке или сумке с инструментами. Эй, хватит лениться! Пора заряжать мозги! Добро пожаловать на канал Brain Time. Невероятные события прошлого, настоящего и даже будущего. Буйство природы и мира животных. Шокирующие факты и неразгаданные тайны. Все это и многое другое вы найдете здесь. Подписывайтесь, не пожалеете.